Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами Кисель, и сегодня мы поговорим о такой вещи, как покупка нужных вам кораблей, вещей и так далее. У меня была некая проблема с покупкой каркалы, я ее решил очень-очень простым способом, который сразу не пришел мне в голову, что обидно, хоть в Еву на ПК-версии я играл давненько. Ну что ж, с вас лайк, подписочка, а с меня контент, поехали. Так вот, в чем была проблема? Я поселился в жите, да. Привычка старого ПВЕшного хаосечного краба, которая перешла с ПК-шной версии Ева, осталась за мной. И в итоге я хотел все это дело купить на... как он называется? В жите. Но в жите такая проблема. То, что в этом торговом хабе слишком сильно завышены цены. Сейчас я не знаю, можно ли будет это посмотреть. Покажет ли тут. В общем, я слетал в другой торговый хаб под названием Амар, ну, столица империи Амар, и купил здесь... за 3,6 миллиона каркал учебный. Сейчас я слетаю в житу и покажу вам, сколько стоит он там. Но это просто кирдык. А, ну да, пока я не вылетел сразу водное. Вот, Амара, это что, 8, Орсис Мун 4, Эксперт Дистрибьюшн, торговый центр, пожалуйста. Вот он, я его купил. Так, ангар. Сейчас мы на него пересядем. И слетаем в житу и посмотрим, сколько там. Там действительно берут просто, ну, в... ну, почти в три цены больше. Это просто ужас. А, да, и пока летим, такой момент. Я специально не покупаю себе статус омега-клона, чтобы контент был более такой, ну, приближенный к большинству людей, чтобы, ну, максимально был охват, чтобы люди понимали, что им делать. Если вы омега-клон, то у вас таких проблем, скорее всего, не будет, потому что вы сможете купить свои нужные, ну, нужные вам модули на любой станции. Но если вы альфа-клон, то только на торговых хабах. Торговые хабы это... сейчас покажу. Вот рынок. И вот ближайшие торговые центры. Так вот. И в некоторых торговых центрах, как жито, цены, ну, непомерно завышены. Сейчас я вам все это и покажу, да. Пока стою в пробке, чекал рынок. И да, вот еще есть один каркал. Вроде появился только что, в 8 прыжках, но в тот же самом месте с амарами. Вот, пожалуйста, 3,5 миллионов. Сейчас я долечу до этой житы несчастной и посмотрим, что нам показывается там. Эти пробки с житой, это просто ужас. Я не знаю, мне кажется, сейчас, скорее всего, придется логофнуться и часик подождать, потому что, ну, я не могу просто попасть, у меня там модуль еще к каркалу и так далее. Придется их заказывать доставкой, судя по всему. В общем, прекрасно. Просто супер. В торговый хаб Амар я залетел просто на автопилоте с первого раза, вообще без каких-либо проблем. Великолепно. Свершилось чудо, я пролез. Так, ну что ж, заходим на рынок, смотрим сразу. Ой, я неправильно сделал, прошу прощения. Зайдем через корабль, так будет проще и быстрее. Вот он наш. Так, смотрим. Пожалуйста. 8, 8, 3, 4. Ну вот тут, правда, один появился. За 3,3. Ну, в Амаре он за 3,4, за 3,5. Но вот этого не было, когда я летел отсюда к Амарам. Дальше. В одном прыжке у нас идут те, которые находятся не в торговом хабе. И если вы альфа-клон, вы не сможете его купить. То есть, если вы находитесь на этой станции, и вот нет одного такого доброго самаритянина, который может вам это отдать, вам придется гнать в Амар. И искать таких же. Потому что многие люди, которые купили себе Омегу, или просто они не подумали об этом, они выставляют на продажу на других системах. А не в самих торговых хабах. Список торговых хабов для себя вы можете найти в разделе «Рынок» и в разделе «Ближайшие торговые центры». И, ребята, я вам рекомендую, если вы покупаете что-то себе дорогое, даже не сам корабль, а, скажем, МК-5 щиты или же МК-5 накачку там брони, то улетайте из жита и посмотри где-нибудь рядышком. Желательно там, ну, в 9-10 прыжках, чем дальше, по идее, будет дешевле. Насколько говорит практика пока версии Евы. А на этом у меня все. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. В ссылочке внизу будет ссылочка на Полину, да, иски задешево и так далее. Также ссылочка на плейлист по поводу всех видео, которые я отснял по If Echo. Ссылочка на Инстаграм, группу ВК и Дискорд сервер. Ребят, потратьте
лишние 10-15 минут, сэкономите лишние 100, 200, 300, 500 тысяч, а вот в некоторых случаях, как житы, когда нам NPC продают за 8 миллионов, просто за 8 с лишним миллионов, корабль, который можно купить за 3,5, просто потратьте время, полетайте, посмотрите. И еще, валите из житы, переезжайте в Амар. По этому поводу будет отдельное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.